В стране продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим от стихии. Единовременную выплату в размере 100 МРП уже получили свыше 30 тысяч семей. Вместо разрушенного жилья строят новые. Дома и квартиры уже получили 717 семей в Хустанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и других областях. Возводят еще около 2000 домов. Кроме компенсации на ремонт и восстановление жилья, пострадавшие могут рассчитывать на дополнительные выплаты до 150 МРП для покупки необходимых для дома вещей. Кроме того, объектам бизнеса возместили ущерб на сумму 377 миллионов тенге. Во всех регионах работают региональные и районные комиссии. Порядок возмещения и подачи документов можно узнать по горячей линии Нацпалаты Атамекен, набрав номер 1432.